Смотрим красивый и дорогой хай-тек в хосте. Территория в керамограните, декоративные растения, бассейн с водопадом и облагороженная территория. Здесь стол в тени навеса, а за домом газон с тропинкой к фруктовым деревьям на склоне. В доме несколько выходов, этот прямо из гостиной на втором этаже. Теперь заходим. Это гараж, естественное освещение, место для двух машин и точка зарядки электромобиля. Дальше комната с панорамным остеклением, а за этой дверью хамам, сауна, душ и санузел. Что-то посмотреть можно на большом экране. Есть портальный выход к бассейну, винный шкаф и кран с водой, чтобы был, когда нужен. В доме водяной теплый пол, за температуру отвечает эта котельная. Также здесь санузел и шкафчики для персонала. Напротив помещения кладовой и прачечная со стиралками и оборудованием для хамама. А здесь расположен санузел. Теперь второй этаж. Сразу слева небольшая комната, напротив помещения санузла, а дальше кухня-гостиная. Здесь большой обеденный стол, из панорамных окон открывается вид на море, а за этим диваном портальный выход на большую террасу. С этой стороны кухонный остров и вся необходимая техника. А напротив спальня, здесь свой выход на балкон с видом на море, светодиодная подсветка в стенах, своя гардеробная и совмещенный санузел с неожиданно большим окном. Теперь третий этаж. Сразу слева детская со своей гардеробной и совмещенным санузлом. Дальше еще одна спальня с большой гардеробной и портальным выходом на видовой балкон. А дальше главная спальня в этом доме. Здесь большая терраса с панорамным видом на море, остекление в пол с портальным выходом и совмещенный санузел с ванной и душевой. А здесь гардеробная с подсветкой и небольшая кладовка. И если лень по лестнице, то можно на лифте. Вместе с первым цокольным этажом здесь более 700 квадратов. Коммуникации центральные. Звоните.